Приветствуем вас из Борисова, где местный Батэ будет принимать Гомель. Эти матчи всегда между этими соперниками очень принципиальные. Надеемся, не исключением сегодняшняя игра не станет. И мы увидим зрелищный, красивый атакующий футбол. Прозвучал стартовый свисток. Ковский, номер 8, Михаил Афанасьев. Номер 9, Александр Карницкий. Номер 10, Геннадий Близнюк. Хороший какой удар, и что, успеет на добивание? Эдгар Лихнович с мячом отдает передачу на Сергея Кривца. Сергей делает наброс на ближнюю штангу, и Виталий Родионов его хорошо заметил Алексеевич и может пробить. Игрок Батэ пробивает. Рядом со штангой пролетел некогда игравший за Батэ. Хорошую передачу сделал на своего партнера, но не удалось зацепиться за мяч. Сергей Кривец. Пробьет Сергей, бьет, блокирует его удары. Александр Володько дает передачу на Виталия Родионова. Бьет Виталий. Еще раз бьет. И еще удар. Какой же момент. Сергей Кривца, но Сергей уже пробежал мимо того участка поля. Удар. Хороший какой удар получился. Казалось, потеряли уже его борисовчане, но нет. Быстро отвоевали. И Сергей Кривец наносит удар выше ворот. Сергей Кривец. Хорошую передачу делает на Эдгара Лихновича, но... Смотрите, что сделал Артур Люсько, не пошел на еще один навес штрафную в расчете на Сергея Кривца. Александр Володько, удар! Прямо по центру ворот. На поле продолжают игру те же футболисты, что и в первом тайме. Навес. Первый на мяче оказался... Навес штрафную. Замен Бадаян. Не дотягивается до мяча. Вторая попытка у него удается. Сбрасывает он мяч прямо под удар Антону Матвеенко. По части стандартов. Вдвоем они у мяча. И все-таки Максим Володько делает передачу. То ли передачу, то ли удар по воротам. Но Артур Лисько успел среагировать на гомельчане по полной. Геннадий Близнюк забрасывает мяч. Герман Малинш сначала решил побежать на этот мяч. Еще однажды разошлись ничью в игре с Солигорским Шахтером. Хорошая передача Завена Бадаяна. Удар! Перекладина спасает ворота Артура Лискова. Александр Павлов делает передачу на Сергея Кривца. Что Сергей придумает? Удар! Мимо ворот. Отдает его быстро на Виталия Родионова. Виталий должен делать передачу на Завена Бадаяна. Делает это, но не точно. Терентий Луцевич. Ошибается Терентий. Виталий Родионов с мячом. Виталий! Будет бить! Кто будет бить? Удар! Гол! Сергей Кривец забивает и открывает счет в этом матче. Замен Бадаян. Перед ним Терентий Луцевич бьет замен в ближний угол. Мяч разминается с воротами, да? Отдавать пока некому. Нет, есть все-таки. Кривец, Павлов. Удар! Гол! 2-0! Павлов любит Гомель. Павел забивает вновь. Максим Володько, Сергей Кривец. Ну и может пройти Сергей. Почему бы не начал двигаться вперед, интересно? Удар Эдгара Лихновича мимо ворот. Долго готовился Эдгар к этому удару.